Материнский капитал с начала года увеличился на 4%. Индексацию проводят ежегодно. Региональную выплату получают многодетные семьи после рождения третьего или последующих детей. На какую сумму теперь могут рассчитывать жители Хабаровского края? Ответ в материале Дарьи Небора. Гарантийное письмо вручается Долбер Екатерине Владимировне. Поздравляю вас. Давайте фотографию сделаем на память. Краевой материнский капитал на этой неделе в Хабаровске получили две многодетных семьи. За сертификатом в небольшой кабинет Центра социальной защиты пришли не в полном составе. В семье Анастасии Прохаченко четверо детей. Этот материнский капитал стал третьим по счету. Почти на все выплаты уже есть планы. После рождения третьего ребенка я получила краевой капитал 200 тысяч. У меня есть материнский капитал федеральный, он на учебу лежит. И этот, конечно же, тоже. Вот. Может, какие-то кружки можно. Я еще пока не знаю, на что конкретно его можно потратить. Краевой материнский капитал в Хабаровском крае выдают после рождения третьего ребенка и каждого последующего. Потратить деньги можно на лечение любого из членов семьи, дополнительное и высшее образование всех детей или на улучшение жилищных условий. Например, покупку жилья, погашение ипотеки. Также можно построить дом и провести к нему газ. Оформить документы на выплату просто. Пакет документов единый для всех. Очень просто все оформляется. Месяца, наверное, 4 или 5 мы ждали. Ну, как-то уже и забыли про него. Потому что много всего идет, событий. Тут позвонили, пригласили получить. Семьи имеют право потратить всю сумму разом или разделить на несколько разных трат. Использовать средства сертификата нужно до тех пор, пока ребенку не исполнится 23 года. Потом сумма сгорает. После индексации размер краевого материнского капитала увеличился на 10 тысяч рублей. И сейчас составляет 270 тысяч рублей. Они же оплату производят и предоставляют квитанции об оплате, соответствии документы, договор с этой организацией, ну, что они получают услуги на основании представленных документах предоставляется компенсация. В этом году краевой материнский капитал получили уже 500 многодетных семей. 340 из них сделали первые покупки. Дарья Небора, Виктор Казаров, телеканал «Губерния».